сказала, на смерть поступит. Стой, погоди, погоди, давай сейчас прочтешь, хорошо, я сейчас это... Я не надо, я не люблю Ольгу. Вообще, давай. Не хочу. Я что хочу, сейчас я читаю. Читай. Вот говорю, все-таки Сашка предсказуемый был. Вот то, что вот Ира пишет, ну вот один в один прочти, был со мной. Ну, честно, кроме Питера, конечно. Ну да. Лохматовый мир. Сюжеты были разные. Почти. Да. Даже сейчас я не начал говорить. Давай. Было дело. Резво и смело. Мы фоткались. Едва не чокнулись. Фотограф ты классный. Снимал часто. Были, помнится, на могиле Высоцкого. И тем же временем на могиле Есенина. У царской усыпальницы держались за пальцы. У мавзолея на площади от пурги носы морщили. Гуляли в Комарова. И снова на могиле Ахматовой ракурс схватывали. Где б ни ходили, а любили объективу раз выдать профиль и фас. Мы и не ведали, какими бедами петербургское жительство откликнется. Там у Ахматовой... Мужик бородатый. А мужчина бородатый за страсть к фото дал было в морду. Накаркал бестия, что не быть нам вместе. И мы расстались, а фото остались. Да не полностью, да? Все? Да не полностью, разорваны в горести. А, здесь дальше нет. А, Ирина, это прям...